80 экипажей встретились на одной трассе. В Сестрорецке устроили соревнования по авторалли. В гонках не только мужчины, но и девушки. Пилот Ксения признается, приехала сюда не за победой, а за крутыми виражами и скоростью. А чтобы не оказаться в кювете, ей помогает штурман Светлана. Сначала перед гонкой прописываем трассу, штурман записывает стенограмму, как ехать, то есть повороты, какие впереди. И дальше на скорости уже, на спецучастке, она читает мне стенограмму, чтобы я дальше знала, какой там поворот. Как отмечают организаторы, ралли-пикник среди автолюбителей славится тем, что вместе с профессионалами на гоночную трассу выходят и начинающие спортсмены. Специально для них открыта зачетная группа «Стандарт». В нем могут участвовать спортсмены без всякого, на личном автомобиле, без всякого дополнительного спортивного оборудования. Такого зачета, конечно, ни в Кубке, ни в чемпионате России не существует. Соревнования длились два дня. В первом, так называемом прологе, участники ралли с максимальной скоростью прошли 4-километровый участок. Здесь и определился порядок старта спортсменов уже на следующем этапе, который ожидал их под Приозерском. Там команды преодолели 6 скоростных отрезков протяженностью 60 километров.